Андрей, ну, победа получилась не такой, возможно, как многие ожидали, но все-таки победа. Скажите, что сегодня получилось, а что было очень сложно? Ну, получилось, главное, набрать 3 очка, которые, собственно говоря, мы хотим набирать в каждой игре, должны набирать в каждой игре. Пускай это, ну, было сложновато, но все-таки мы выиграли, и это хорошо. И даже не считая нелепый пенальти, который, я считаю, может быть, там надо на повтор смотреть, может быть, и не было. Очень сомнительный. Ну, судья дал. Но игра была наша, надо работать над реализацией, которую игру мы уже не можем забить много, скажем так. Хотя моментов для этого будет очень много. Вот, где-то чуть не везет, где-то реализация подходит. Надо работать над реализацией, я думаю, тогда будет победа. Ну, хотя победа 3-1, 2-1, разницы никакой. Андрей, ну вот с трибуны показалось то, что на второй тайм вышли, ну, немножко в развалку, поэтому так быстро гол получился. Скажите так. Ну, нет, я не считаю, что мы вышли в развалку, просто, я же говорю, опять же, у нас было 5 в обороне, а их 3, а в итоге получился пенальти. И понимаете, когда выходишь на поле и получаешь сразу гол, немножечко стресс, хочешь ты этого или не хочешь, получаешь стресс. Тем более, как бы, мы в перерыве уже знали, что Тамбов выиграл в Рязани. Нам, в принципе, надо отрываться дальше от Рязани, чтобы, ну, чувствовать себя более-менее спокойно. Ну, хорошо, пошли в атаку. Опять же, не реализовали свои моменты. Пенальти там был чистый. Не знаю, чего не спорю. Просто надо реализовывать свои моменты, которые есть. Помимо пенальти. Потому что реализовывать в игре моменты — это намного лучше и качественнее для самого футбола. Вообще, на сегодняшнюю игру установка тренера была играть в свой футбол, владеть мячом, атаковать. Я думаю, по первому тайму было все понятно, что команда «Арсенал», ну, в лучшем случае, раза 3 ударил в сторону ворот, остальное все, мяч был у нас. Я считаю, очень качественно первый тайм провели. Вот. А во второй тайм, я же говорю, вот этот вот стресс, гол, вот этот нелепый пенальти. Блин, к сожалению, ну, хорошо, команду сбил с этого уровня. Но через 20 минут опять взяли свой контроль, все, и все, нормально.